идет в зеркале. Сыди. Ну что, мы погуляли быстренько. Привет. Сашка, а тут столько папа пошел. Знаете, так интересно, здесь столько кожиков живет. Мы вчера с папой ходили, гуляли вечером, встретили девочку. Иди сюда, садись, стой. Потом сегодня, сейчас вышли, познакомились с другим хоргим мальчиком. Сейчас в лифт к нам зашел, тоже щенок мальчик, 6 месяцев. Блин, Сашка, правда, так испугался, лифт такой маленький. И тот сбежал и начал сразу прыгать на Сашку. Сашка, блин, за меня спрятался, испугался. Ну, в принципе, у нас, ну, такой бояка с собаками. И сначала он очень осторожно подходит, нюхает, а тут сразу на него накинулся щеночек. Ну, чисто, да, папа сказал, здесь еще несколько кожиков. Короче, здесь вообще прям много. Самое интересное, что в основном одни мальчики. Так, ждать. Ждать, мой хороший. Кофе. Ну куда кофе-то делся? Поставить поставила, а кофе куда делся, я не знаю. Так вот я вроде его никуда не убирала, а куда он делся? Ну как так-то? Сэдди, ты знаешь, где кофе? Я вот не знаю. Во. Вот он. Это... кофе, который мы с Сашей обычно перемалываем, но я папе его перемолола пару месяцев назад. Он вообще ужасно пахнет. На вкус еще так более-менее, но запах, конечно, ужас. Так, вот тут вот Маня не лежит у нас после прогулки. Пришел тут Тафи с ним, поигрался. Попсиховали друг с другом. Так, у нас практически 12 часов. Мы с Сашей не созваниваемся. Он мне вчера писал. Блин, как долго стирает эта машинка. Это какой-то кошмар. Я вообще в жизни не стираю 2,5 часа ничего. Я это не проверила. Надо было поставить на 30 минут и все. Сколько она, блин, уже 2,5 часа стирается. Ну серьезно, блин, там уже... Я боюсь представить, сколько воды ушло на эту стирку. Я когда свою машинку покупала, я следила, чтобы была обязательно минималка 15 минут. Это вот первое, что, на что я обращала внимание. Не знаю, чистую кнопки уже вот просто, смотрите. Не знаю, не нравится. Я, конечно, ей не пользуюсь, но вот чисто визуально, знаете, все какое-то расхлебанное. Хотя машинка, ну-ка. Наливаем. Сразу на побольше. Так долго, конечно, варится. Мы с папой уже с утра успели в картишки собирать. Ладно, короче, снимать нечего, выключаюсь. Кто сюда прискакал, а? Ну, конечно. Только я села позагорать, намазалась тут слегка, и солнце ушло за облака. В итоге сделалось с молоком кофе. А Тафи сюда, кстати, не заходит. А Сэдька кайфует. Тут то веник пытался тут сожрунькать. Где Тафи? Тафи? Тафулька, иди к нам сюда. Покажи мордочку. Где наш Тафонька? Тафонька, быстрее, давай. Тафи. Где мой зайчик прицел? Ты все-таки пришел. Такой смешной звук, когда они ходят по вот этим штучкам. Даже приятно, я бы сказала, такой, знаете, успокаивающий. Ну, дайте я вас поснимаю-то. Псарни, себя не могу снимать, могу вас снимать. Морды. Что? Я типа загораю. Да. Ну ты мой красавчик. Папа все еще гуляет. Что это за стойка тут? Иди сюда. Мальчики, гуляли, все гуляли. Сюда, ко мне. Ой, Сэдька, Тафи, зачем гулять? Сэдди, где? Сэдди, иди сюда. Давай, заходи, Сэдди. Иди ко мне. Дрюк. А что-то они не гавкали вообще, так круче. Один раз.
Слушай, короче, я знаю, что поняла, что мы поставили на какую-то супер длинную стирку. Надо было на полчаса поставить, и все. Да она стирала уже 3,5 часа, мне кажется. Вот только закончила. Полтора? Не полтора. Я ходил-то не 3 часа. Два с чем-то. Ну как она могла 2 часа ходить? Я поставил и ушел, а ходил меньше 1,5 часа. Так ты же... Ну, короче, мне все равно. Давай вверх, давай на дверь сюда, полезай. А почему не сюда? Мальчики, мы ушли в магазин, а вы тут это сидите и спите. Не будь они мелкие. Шикарная миленькая. 140 рублей. Страшновато. Слушай, надо посмотреть. Надо восстановить. Тихо. Домой. Крылочки. Домой. Пойдемте сюда. Сади. Сади ко мне. Сади, на. Иди ко мне быстрее, Солнышко. Иди ко мне, молодец. Привет. Привет, мамин, мне подождите. Мы сейчас ручки помоем. Ай, мамечки. Долго мы что ли ходили? А это все стирается тут. Мамюни. Так, и с этим что делать вот с этими упаковками? Ты их как в холодильник? Я сразу мою. Вот туда положи, чтобы это со шва не цепило. Они чуть немножко разморозятся. В общем, сходили мы с папой за рыбкой, с кумбрием. Хочет, сегодня будем делать интересный рецептик. Взяли фарфор, вот этот вот, растворимый вот такой вот. Взяли на кафе лимончики, помидорчики, прованские травы и вот это вот очень вкусное. Соленые, не соленые. Зеленушку, чесночок! Сидит под ногой. Твоя лапка оказалась, Манюня. Манечка, прости, пожалуйста, моя лапка. Мордочка. Да, по-моему, портится. Портится, да. Может, кофейку попробуем, этот, который растворимый. Итак, сейчас папа будет показывать, как он делает очень вкусную маринованную скумбрию. И зачем очищающую? Просто... Ну, грязь чуть не есть. В военно-полевых условиях и вообще пить их не чистят, конечно. Угу. Я, кстати, редко, когда шампиончики чищу. Ну, если в салат с сырыми нет, то лучше всего чистить, ножку срезать еще. Угу. Они потом усядут еще немножко и будут порционные. Так, ты налил воду. А зачем? А это будет пар. А, ты их будешь... Мы на пару будем грибы обрабатывать. Чтобы они не почернели, мы их лимонным соком обрабатываем. Вот так, свечку надо тоже было лимонным соком обработать, чтобы не почернел. Пароварка, 15 минут. Две по 15 я делаю. А что вы ему скажете в свое оправдание? Почему вы такой лапуля? Или манюня? Ничего себе. Так, ну что, мы приступаем. Нам понадобится зелень. Здесь у нас укроп и петрушка. Болгарский перец, 2 маленькие луковицы, грибы, собственно, которые мы пропарили, чесночок, по-моему, 3,5 зубчика, перчик и лимончики. А, лавровый лист еще. Что-то еще из препаратов берешь. А, гвоздика, горошек. Так. Также понадобится уксус яблочный, масло растительное. Соль, сахар. И соль, и сахар, да. Одну ложку, да? Угу. У меня 2 ложки соли и 1 сахара. У нас много рыбы. Это мы маринад готовим, да? Угу. Ну ты на глаз, да, обычно сыпешь? Ну, 20 горошин, но тут трудно поймать. Этих поменьше. Ну да, гвоздика не такая. Она очень капризная. Манечка тут это ждет гвоздичку ему в носик. Ну да, вот. Кизера, мне кажется, можно, ага. Можно делать маринад кипяченый, а можно сделать, добавить масло это будет типа полусухая засолка такая. 8 ложек масла и 8 ложек уксуса. Сейчас чеснок.
можно сюда все добавки уже кидать, если ну, потом да. будешь снимать. Только я снимаю. Угу. Так что теперь туда добавлять? Перец. Вот так вот прямо кидать? Перец, укроп можешь добавить. Вот это все после на размачивание. И лаврушечку тоже? Да, 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 и лук уже может работать. Опа. Вот потом. А как мы это все перемешаем? Что-то много всего тут. Это потом, потом. Да, да, в конце тогда. Я все думаю, хорошо. Что это не помешает, но у нас емкость маленькая. Ну, отобрезаем голову, хвост. Это по брюшку, да? Режешь? Ну, да. Она пока не проморожена, все хорошо вычищается. Раз. Все, чистенько. Вот здесь почки находятся у рыбы, у любой. Мы их тоже вычищаем и промываем. Вот так вот легко вырезаем плавнички. Теперь по спине разрез делаем, пока она полумороженая. Первая половинка. И с косточки вторая. Угу. Вот такие получаются. Угу. Филешечки. Ну и так все остальное по аналогу. И тут у нас в итоге будет килограмм. В лучшем случае килограмм, да. Без головы, без хвоста. И рецепт мы сказали... Без костей, без брюшка. На килограмм тушки. Судечка, самый внимательный зритель. Так, мы рыбку почистили. Теперь на дно кладем наш маринад. Подушечку делаем, да, такую. У нас будет две тары, то есть одну мне, вторую папе. Сыточку слышу, как на пианине кто-то играет со синей. А, то есть вот такими вот слоями. Ну, а чтобы она... Кстати, потом 12 часов полежит, можно будет перевернуть. Угу. И еще. Ну, как бы так, попереворачивать. А лимона только сейчас, да, вкладем? А, не, так это красивая вставка какая-то получается. Да, в принципе, рыба на самом деле очень быстро почистилась, я даже не ожидала. Грибочки, если не хотите, можно не добавлять, это просто мы захотели их немножко замариновать вместе с рыбкой. Перчик тоже по желанию. Вообще, самый быстрый это, да, это просто да. Лук и остальные специи. Все, накрываем крышкой, хоть должны встряхивать. И на 12 часов, да? Нет, 12 переворачивается. Ну, через сутки, в лучшем случае, через двое. Чем дальше, тем она лучше просаливается. Угу. Ну. Понятно. Так, ну все. А ты крышку-то сейчас... видел? Нашла крышку-то? Нет, сади, сейчас отойди. Нет. Сади. И сейчас мы будем делать вторую тару. Угу. А, так это вот... Вот, а это макрель как раз. Видишь, у нее белая брюшка целиком. Mm. Вот, вторая пачка, хотя написано скумбрия, да? Она вся скумбриевая. С разных океанов. Видишь, здесь брюшка вообще абсолютно прозрачная и вот совсем другие формочки. А жопку здесь отрезать, да? Как хвостик называется. Можешь побольше собрать, не надо сделать. Что? Можешь побольше отрезать. Ну, так, может, это убираю здесь. А голову? Голову, да, это вот плавника, чтобы забрать все отлетались. До, да? После. После плавника? Нет, до. А плавник отрезается сам по себе. Все, что ли? Да. Здесь рыба-то крупная, я тут. Салатик вкусненький. И вот смешали со сметаной эту приправу. Чуть отложить? Да, кладем. Пару ложечек. Спасибо. Ой! Нам идем гулять. Тихо, куда? Беги. Не соображаю. Катя, ну тут уже должен закончить, куда идти. Ой, какой щас! Катя, ты совсем кукусики? Не тупите. Да что-то совсем не так.
Ребята, какая тут трава большая. Хорошо, газон еще не то, что у нас. Мы по тому же маршруту, да? Да, комбинезончик-то я не догадалась взять-то. Как обычно. Нет, ему нравится, он как ребенок, ему надо по лужам бежать. Кать, пойдем. О, Сэдечку прям терпел, он прям реально терпел. Мой зайчик. Кстати, пойдем по лесу. Пойдем с короткой лестницей. Ну, блин. Дай-ка я ему приспущу. Стой. Вот она затягивается, у нас что-то другое делать. Без толкового, что только собак все равно душу не отходит. Надо вторую просто стянуть куда-нибудь. Затягивайся. А, давай, я сейчас сделаю так. Ну, надо вот второй так бегает. А тапочки, просто длинный поводочек. Длинный грязный. Все. Кстати, траву есть. Можно гулять.